Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Холодный циклонический вихрь немного приподнимается к северу, позволяя окружающим антициклонам усиливаться, рассеивая старые облачные поля и начиная постепенно прогревать и высушивать солнцем почву и воздух. Далее более подробный прогноз. В пятницу 31 мая в Новосибирске ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В ночные часы плюс 1-3, местами возможны заморозки до минус 3. В дневное время потеплеет до плюс 10-12 градусов. А теперь прогноз на выходные. 1 июня погода без осадков. Ночью всего 2-4 тепла, дневная температура составит плюс 13-15. 2 июня в темное время суток без осадков и плюс 3-5. Днем ожидается небольшой дождь и воздух прогреется до плюс 15-17 градусов. Компания «Правильно сидим» представляет растущие парты и кресла для детей и взрослых. Вы смотрели прогноз погоды западносибирского метеоагентства. На этом все. Желаю удачного дня!